Алексей Морозов, российский актер театра и кино. Интересно, что в молодости он решил сменить сферу деятельности, но любовь к перевоплощению на сцене и экране взяла верх. Сегодня артист входит в число самых востребованных представителей своей профессии, и его карьера стремительно набирает обороты. Алексей был женат от первого брака, у него растет сын Матвей. Со своей первой женой Марией актер познакомился в интернете. Вскоре виртуальное знакомство переросло в крепкое чувство, но постепенно отношения угасли после расставания. Морозов не перестал общаться с сыном, сохранив секс с супругой дружеские отношения. По словам Матвея, он не интересуется актерской профессией, но уже проявляет талант писателя и режиссера. Мальчик придумывает увлекательные сюжеты и занимается их инсценировкой. С 2013 года личная жизнь Алексея связана с коллегой Даной Абузовой. Пара некоторое время жила вместе, а в январе 2016 влюбленные поженились. Свадебное путешествие артистов состоялось в Италии, где театр как раз был на гастролях. Как рассказал Морозов в интервью, вместе с будущей женой он служил в МДТ. И долгое время молодые люди оставались только коллегами. Их роман начался после развода Алексея с первой супругой и Даны с ее первым мужем. После свадьбы оба актера покинули родной театр. Супруги долгое время не задумывались о рождении детей. Оба строили карьеру в кино. Однако в январе 2021-го актер сообщил радостную новость на своей страничке в Инстаграме. Его жена беременна. И уже в мае пара стала родителями замечательного мальчика, имя которого актеры не разглашают. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.